На двух базах в микрорайоне Кирпичики и на базе Эдельвейс сейчас идут пусконаладочные работы. Там в рамках губернаторского проекта «Город для жизни» установлены новые подъемники. Данный проект был сделан в очень короткие сроки, и, наверное, в Российской Федерации это впервые. Так, с момента получения субсидии августа проведены все сроки, короткие все контрактные. И на сегодняшний день мы уже видим, что подъемники установлены. Оборудование, установленное на горнолыжной базе «Кирпичики», изготовлено российским производителем. Представитель завода лично приехал на Камчатку, чтобы оказать консультативную поддержку при монтаже подъемника. Дорога безфундаментная, то есть получается собирать ее быстро. Пропускная способность 450 человек в час при скорости, ну вот здесь 2,8 метра в секунду максимальная скорость была сделана. Поэтому, в принципе, ее будет достаточно для тех задач, которые перед школой стоят. Этот подъемник позволит разделить потоки нескольких групп детей, обучающихся в спортивной школе. Воспользоваться новым оборудованием смогут и горожане. А на базе «Эдельвейс» появился подъемник для юных спортсменов. Он похож на эскалатор. Ребенку необходимо встать на ленту и ждать, когда она достигнет вершины. Установлена также новая площадка, на ней можно не просто заниматься, а также и готовиться к тестированию ГТО. И такую же площадку мы установили на горнолыжной базе «Эдельвейс». Также эти все площадки, они доступны для жителей в любое время для занятий физической культурой и спортом. На базе «Кирпичики» до конца года планируют завершить строительство нового здания. В нем к тренировкам могут готовиться до 200 спортсменов. Ольга Семенова, Дмитрий Буйков, информационное агентство «Камчатка».